Сразу тремя рекордами области ознаменовался открытый чемпионат города по пауэрлифтингу. Такие запредельные результаты показала 19-летняя северодвинка Валерия Пеньевская. Открытый чемпионат города Корабелов по пауэрлифтингу собрал 31 атлета из Архангельска и Северодвинска. В силовом троеборе выступали юноши и юниоры, а также девушки и мужчины. Главным триумфом стали результаты, показанные мастером спорта Валерией Пеньевской. Ученица Станислава Дернова установила сразу три областных рекорда. В приседании со штангой Валерия показала результат в 175 килограммов, в становой тяге 172,5. Прибавив к этому весу 100 килограммов в жиме лежа, северодвинка стала трехкратной рекордсменкой с суммой в 447,5 килограммов. Второй результат чемпионата показала еще одна воспитанница беломорца «Фокс-звездочка», мастер спорта Ксения Лебедева. Ее сумма составила 370 килограммов. Среди богатырей весь пьедестал остался за воспитанниками Станислава Дернова. Абсолютным чемпионом стал Кирилл Суряднов, второе место у Дмитрия Пустовалова и бронзовая медаль у Антона Басакина. Все мастера спорта.